Первый раз зашла, где колбасы и сыры. Сейчас сравним, что здесь есть хорошее, вкусное и съедобное. С колбас. Колбас, цены такие, более-менее, это вот Богородская, это колбаска, Черкизова колбаса, 319 рублей, здесь Богородская такая же, ну, короче, выбирать буду, потом дома мы рассмотрим, что я приобрела здесь. Вот такая вот деликатесные из индейки Ладога. Индейку я люблю, чистое мясо, поэтому возьмем. Молоко содержащий продукт сгущенный. Ну и какой это может быть сгущенка? Нет, мы это брать не будем. Если верить, продукция без заменителя молочного жира. Если верить вот этого всего. Моцарелла, сыр. Вот меня заинтересовал моцарелла. Цена 251,85. Ну, не видно, что здесь. Это сыры, но они такие не на вид, некрасивые. Коктейли, йогурты. Нежная, ну, цена приемлемая. Легкий такой. Продукция заменителя молочного жира. Вот он. Заменитель молочного жира. Сметана. Такая. Ну, рыбный отдел, я говорю, что неплохой. Можно брать. Кроме, ну, там икра, это крем-соусы. А вот рыбки можно взять. Ассортимент неплохой. И цены, я скажу, приемлемые цены. Вот и рыбка вроде бы красивая. Стоит в баночках. Скумбрия, сельдь. Вот такая вот. Так что цена приемлемая. 103 рубля. Так что возьмем баночку. Свинина на кости. 157 рублей 55 копеек. Свинина. Ну, такой кусочек такой неплохой. Рыбка здесь неплохая. Вот стейк губатки стоит 157 рублей 55 копеек. Кусочки вот такие хорошенькие. Выбор макаронных изделий с твердых сортов. Вот оно. Мне нравится. Девочка показывала в ролике, что очень вкусная. Ассортимент кофе большой. Вот оно. Новогодние подарки по 100 рублей и 201. Что у них, можно посмотреть. Конфеты какие. Конфеточки. Вот такие. Ну, это стекло, не хрусталь. Красиво. Оно смотрится просто красиво. Это тоже по сахарнице. Тоже красивый. Тарелочка тоже неплохая. А это весь товар, что мы набрали в светофоре. Ну, сейчас будем делать обзор и пробу. Так, начну прямо по чеку. Вот чек на сумму 1061 рубль. Вот начнем с первой. Салфетка вискозная, универсальная, 10 штук. 30 на 25. Очень даже удобно, особенно на даче. Влажная туалетная бумага эконом, не содержит спирта,
Они стоят две пачки, вот 75 рублей, 16 копеек. Это получается 30 с лишним рублей. Это недорого, и здесь 80 штук. Очень удобно, экономно и хорошее по качеству. Главное, что не содержит спирт. Бреф блок очень хороший, сила актив, хвойная свежесть такая приятная, стоит 132 рубля 79 копеек, 3 блока, и очень даже удобно и практично, мне нравится. Немецкий стандарт качества, он себя оправдывает. Стеклоочиститель для мытья стекол и зеркал, очень дешевый, между прочим, прекрасный стеклоочиститель, стоит 26 рублей, он стоит и оправдывает. Это, я считаю, что не нужно переплачивать, если качество практически такое же, как и у дорогих. Бумажные полотенца Deluxe, двухслойные. И факт, что они очень, даже недорогие. 31 рубль 50 копеек. Хорошенькие такие. Здесь два рулона. Прекрасные полотенца. Ну, эти прокладки комментировать не стоит. Они нужны разные. И толстые, и тонкие. Скотчи дешевые, 18 рублей, а они в хозяйстве всегда пригодятся. Поэтому очень дешево, и зачем переплачивать лишние деньги, когда такие прекрасные можно купить и в светофоре. Набор из 5 контейнеров для СВЧ-печи, вот с крышкой, прекрасным. Сейчас откроем и посмотрим. Между прочим, дешево получается, 91 рубль разделить на 5, это прекрасно, это даже 20 рублей, оно не стоит один контейнер. Прекрасно, крышка очень хорошая, не гибкая, прекрасная крышка. Для подогрева, для разогрева, прекрасная, отличный контейнер, и получается очень даже дешево. И пластик, и без запаха пластик идет. Вот. Получается, что 0,7 литра здесь вмещается в этот контейнер. Стейк зубатки. Смотрите, какие кусочки хорошие. Здесь почти килограмм, 0,986, 155 рублей. Отличная даже. Сейчас разверну. Смотрите, какие беленькие, очень красивые кусочки. Вот они. Прекрасно для запекания, отличная. Скумбрия, атлантическая, кусок пряно-солевой заливки. Вот здесь 700 грамм в этой баночке. Вот мы сейчас раскроем. Стоит она 116 рублей 50 копеек. Сейчас раскроем, посмотрим. Вот такая вот. Видите? Светленькая, красивая. Возьмем кусочек. В меру соленая и очень много пряностей. Вкусная. Лапша домашняя, яичная, 500 грамм. Считается высший сорт. Вот она красивая, такая желтенькая. Здесь рецептик здесь написан. И стоит она всего лишь 33 рубля. Даже вот приемлемая цена. Шуршит только. Это лапша домашняя по-сингапурски, 450 грамм, и стоит она 50 рублей 60 копеек. Тоже красивая, завитушечки такие. Следующее идет урожаюшка, это макаронные изделия. Как производитель говорит, 5-7 минут время приготовления. Попробуем, посмотрим. Девочка очень такая привлекательная, говорит, покупайте вкусно, полезно и экономно. Ну и на десерт, конечно, мы взяли пряники, кольцо ванильное, стоит 30 рублей 13 копеек. Фруктово-ореховая смесь, она прекрасна, всегда. Здесь в наборе все есть, и финики, и орешки, и разных вот видов, как я вижу. И стоит оно 66 рублей 58 копеек. Набор ассорти конфетного для друзей, здесь 1 килограмм, стоит 137 рублей 54 копейки. Вот такой набор, мы сейчас откроем и посмотрим. Вот такой вот набор. Набор ассорти состоит из 5 видов конфет. Вот по 200 грамм каждых вот этих конфет. Вот это конфеты, получается, что запах цитрусовых, вкусный, и внутри ириска. Вкусный такой, с чаем очень хорошо. Вот. Здесь идет как бы карамельное что-то. А эта конфета отдает кофе,
Это идет конфета вот с такой, как будто бы там халва внутри. В этой вот упаковочке это молочный считается он как бы, молочный батончик. Вот такая вот начинка. Вкусная. Вот такой вот набор, недорого, килограмм целый. С чайком, прекрасно, с молочком, прекрасно попить. Можно брать без проблем.